По информации мэрии, в ночь со вторника на среду снег вывозился 13 фронтальными погрузчиками и самосвалами с улиц Новгородской, Крутицкой, Багаева, Степанова, Красной Армии, Стефенсона и проспекта Ленина. Ликвидировали навалы снега также у пешеходных переходов и парковок на площади Революции, площади Победы. Количество вывезенного этой зимой снега уже превысило прошлогодние показатели – 190 тысяч кубометров против 170. В ночное время также продолжаем инспектировать работу подрядных организаций. Особое внимание уделяем выполнению планов работ управления благоустройства, пожеланиям жителей, также расчистку треугольников видимости, пешеходных переходов. Работы ведутся также и на периферии, не только в центре города. Сегодня работает 4 звена по вывозу снега, дополнительная техника, также по расчистке тротуаров и улиц города.